Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Зомби против растений», и у нас на очереди бонусная миссия под названием «Food Fight». Данная бонусная миссия посвящена празднику Thanksgiving Day, что означает «День благодарения», который, к слову, отмечается сегодня. И к этому событию куроводы немножко поменяли свои костюмы. Кроме того, вместо кур появились такие вот индейки, главный атрибут данного праздника. Начинается сейчас уровень, появляются американские футболисты, а кроме того, в этой миссии у нас будет задание оборонять орех, который сейчас тащит назад американский футболист. Нам это на руку, надо, чтобы он как можно его дальше оттолкнул. И лучше всего, чтобы он где-то стоял возле газонокосилок. Помимо ореха у нас еще есть гриб с компании Dark Ages, Sweet Potato, крокодил, который мы получили в последней кампании, и мы сейчас получили средство, такую электромагнитную бомбу, которая немного останавливает роботов всяких. На нас сейчас движется большая волна, появляется куровод в новом облачении, и у него где-то он за пазухой спрятал индюков. Вот сейчас он их выпустил на поле, получаем сейчас плент и используем сдул с поля. Я тут одну попытку уже провалил. Миссия на самом деле очень такая насыщенная, много противников из-за как раз куроводов, и непонятно, кто куда вообще бежит. Разбегаются все куры по полю, несмотря на то, что я тут уже использовал несколько раз дополнительное вооружение, мы уже потеряли большую часть газонокосилок, и миссия получилась очень и очень сложной. Но тут надо, в принципе, пару раз пройти, и уже думаю, что можно освоиться. А пока что довольно сложно. Единственный момент, мы тут получаем стабильно plant food, который нам немного поможет. Тут по-хорошему надо попросту перенаправлять с помощью Sweet Potato всех зомби в один поток. И уже либо сдувать с помощью гриба, либо же используя крокодила. Еще один момент, наверное, все-таки Sweet Potato надо ставить туда, где нету у нас ореха. Таким образом отделить толпу от нашей цели миссии, то есть не позволить противнику съесть орех. Как-то миссия с самого начала не пошла так, как надо, когда я ее проходил. У меня никакой тактики не было, попросту называется «бей-беги», то есть бей всех противников, которые попадаются под руку. Уже потом, после того, как я прошел, уже начал понимать, что не совсем правильно я ее проходил. Но так или иначе, это уже финальная волна. Нам уже хоть как-то надо отбиться от всех противников. Тут у нас появляются американские футболисты на всех линиях и куроводы. Нам тут надо быть очень бдительным, потому что отсутствует три газонокосилки, и надо не позволить особенно индюкам пролезть там, где у нас нету газонокосилок. Американские футболисты как-то не очень сильно такие сложные, тем более что сейчас у нас есть несколько газонокосилок, большая часть американских футболистов как раз идут в тех местах. Применяем плент для гриба, который сдувает противников к началу поля. Снова у нас индюки, и в очередной раз применяем молнию. А за эту миссию нера 1005 как минимум уже использовал, но что поделать. Тем не менее, проходим данную миссию, после чего будем скрывать подарки. В первом подарке у нас деньги, во втором молния, и в третьем костюм для фейстелла. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!